Привет, друзья! Вы на семейном канале Baby Go. Дэн, на каком канале наши друзья? Друзья, у нас есть очередной победитель в конкурсе «Угадай фото по фрагменту». Это Светлана Таубергер. Но из-за того, что достаточно низкая активность, наверное, мы этот конкурс продолжать проводить не будем. Если вы хотите продолжение конкурса «Угадай фото по фрагменту» в Инстаграме и в ВК, то пишите нам в комментариях хэштег «Хочу фото». И я думаю, что мы вернем этот конкурс на наш канал. Ну а в конкурсе на рису Дэна у нас победитель Ксюша Котик с этим вот рисунком. Но еще мы хотели выделить второго участника. Это ЛПС Мисс Оленя. И вот этот рисунок нам тоже очень понравился. Ссылочки на их каналы у нас будут в описании. Друзья, конечно же, мы хотим напомнить, что не забывайте написать комментарии, отвечать на вопросы. Самые популярные комментарии, которые наберут больше всего пальчиков вверх. Почему вниз-то? Обязательно попадут в еженедельный выпуск. А также те вопросы, на которые мы еще не отвечали, самые интересные, мы тоже выберем, и они тоже попадут в еженедельный выпуск. Ну а в конце этого выпуска мы объявим еще один конкурс, так что советуем смотреть до конца. Ну а сейчас переходим к лучшим вопросам и комментариям. Поехали! Итак, первый вопрос задала Голд девочка. Вопрос следующий. Дениска, ты любишь мимимишек? Да. Ну вот, поехали дальше. Следующий вопрос. Давай привет передадим Год девочке. Привет, Год девочка. Итак, следующий вопрос прислала Дусянкин Лайф. Вы любите животных? Конечно, мы любим животных, особенно котиков. Не, мы любим же котиков? Да. Дусянкин Лайф. Котиков и малышарик. Дин, ну малышарики, они не настоящие животные, если вообще. Ну да, ну в принципе животные. Ну что, передадим привет Дусянкин Лайф? Привет тебе! Привет! Следующий вопрос нам задали Жюзель Пиди и Саки Мио. Просто мы их объединили, потому что они, в общем-то, похожи. Было ли такое чувство, что вы хотели удалить канал? И Саки Мио спросила, было ли у вас такое чувство, что все напрасно? Ну что, да, у нас было с тобой чувство, что все напрасно и что мы хотим удалить канал? Был, друзья, конечно, когда ты пытаешься снимать интересный материал, тебя никто не смотрит или постоянно говорят, что вы не то снимаете. Кроме того, иногда бывало, что просто не хватало времени. И это была, наверное, основная причина, почему периодически мы хотели удалить канал и чувствовали, что все напрасно. Ну что, поехали к следующему вопросу. Следующий вопрос прислала Роза Вульф. И она нам тоже уже задавала вопрос. Роза на первом. Роза на первом? Нет, ну там, на улице роза. На улице роза, цветочки розы растут. Куда вы с семьей любите ходить отдыхать? Ну, наше любимое место это ферма на ВДНХ. А еще мы любим Заманию, да, Тинюш? Какие еще места ты любишь? Рому любишь? Да. Досуговый центр Ромы еще. А поедешь снова в Заманию, да, Тинюш? Ну, конечно, съездим, Тинюш. И не раз, я думаю. Дим, давай передадим привет Роз Вулф. Давай. Привет, Роз Вулф. Следующий вопрос прислал нам The Best. А какого цвета глаза у Дениски? Дим, тебе какого цвета глаза? Расскажи. Глаз у тебя какого? Синий. Ну, практически. Голубые глаза у Дениса. Мне кажется, она прислала нам этот вопрос к конкурсу рисунков. Но теперь все знают, что берем голубые глаза. Давай передадим привет The Best. Привет, The Best. Следующий вопрос прислала Ксюша. И не смотрите, что она Катя, да. И, кстати, Ксюша победительница нашего конкурса. Денечка, какой фирмы у нас твой планшет? Какой? Sony. Sony, друзья, у нас планшет. Следующий вопрос. Следующий вопрос нам прислала Ника Kids TV и Шани. Шани, привет. Это наша любимая кошечка, да, Дени? Да. Подписчики просили вас пиар на улице? Нет, мы еще ни одного нашего подписчика на улице, к сожалению, не встречали. Вот такие вот пироги. Следующий вопрос прислал Ветер Вольный. Вы по-прежнему еще боитесь гномов и их носы? Дим, по-прежнему боюсь гномов и их длинные большие носы? Ну, Дэн говорит, что не боится, но как мы заходим на ваш канал, он пугается. Простите, к сожалению, так все еще боимся длинные носы. И последний на сегодня вопрос прислала Сансгастер. Ходит ли Дениска в садик или на какие-то секции? Ну, Дениска еще маловат, и пока что в садик не ходит, сидит дома с бабушкой, когда мы на работе. И в секции пока мы не отдали, потому что мы ждем,
чего он нам озвучит, что ему интересно, и тогда сразу же отдадим ему сердце. Да, Гер? Да. Вот. Давай передадим привет Сансгайстер. Привет, Сансгайстер! Ну а теперь два лучших комментария. На этой неделе как-то слабенько ставили пальчики вверх, поэтому было очень сложно выделить лучшие комментарии, потому что как-то все были не особо популярные. Итак, первый комментарий, который мы выделили, прислал Гейммастер. Это комментарий, дефис вопрос, набрал он больше всего пальцев вверх. Как получается снимать сразу на планшете с камерой? Ну, очень просто. Камеру мы ставим напротив, а на планшете у нас программа видеозахвата. Дэн, давай передадим привет Гейммастеру. Да. Привет, Гейммастер! Пойдем поговорим о магазине Гейммастер. Магазин Гейммастер? Что это такое за магазин? Друзья, если знаешь, что за магазин Гейммастер, пишите его в комментариях. Ну и следующий лучший комментарий прислала Джеки99. Эх, папа, папа, мама супер, носите маму на руках. Джеки, мы с тобой полностью согласны. Давай передадим ей приветик. Привет. И маму, конечно, мы носим на руках. Друзья, ну как мы обещали в конце, у нас новый конкурс. Мы недавно предлагали в комментариях дать название нашим подписчикам. Вот они, эти варианты. Соответственно, пишем хэштег название подписчика, который вам нравится. И то название, которое наберет больше всего пальцев вверх, то мы примем. И на того человека, который предложил это название, мы дадим ссылочку в описании на его канал. Вы, кроме того, можете выбрать не из тех, которые предложены, а предложить в комментарии свое название. Так что всем успехов, участвуйте. Не забывайте ставить хэштег и название для подписчиков канала. Ну а на сегодня это все. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои классные комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новостей. До новых встреч, друзья! Пока-пока! И все? Да. И все. И не поцелуем. Все. Пока.